Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас тема занятия «Пингвин». Мы будем рисовать акварельными красками и мелками. Для начала давайте смочим акварельные краски. Прям водичкой, здесь вот холодные цвета, поместим несколько капелек. И еще нам понадобится белый сегодня цвет, поэтому его тоже смочим. Много воды не надо. Буквально 1-2 капельки. И пускай она ждет. А сейчас мы начнем рисовать пингвина черным мелком. Сразу, без карандаша. Отступим от края листа примерно вот такое расстояние. И вот в этом районе проведем черную линию. Это мы рисуем туловище. Теперь снизу вверх ведем такую линию до головы. Вот в этом районе мы перегибаем как бы линию и ведем ее вниз до пересечения с нижней линией. И вот здесь они должны у нас встретиться. Вот. Пингвина шубка черная, поэтому здесь можно прям хорошенько подавить на мелочек, как бы еще раз обвести. Теперь на голове делаем такие закругления справа и слева и закрашиваем эту часть черным. Черный должен быть такой яркий, прям чуть-чуть подавите. У кого-то может быть худенький пингвин будет, у кого-то толстенький, они все будут красивые у вас. И такой, и такой. Так, еще я раз обвожу, чтобы пожирнее прям была линия. В этом районе нарисуем глазки. 1, 2. И обязательно нарисуем зрачки. Черные зрачки у нас будут. Можно нарисовать ресницы. Этим же черным цветом рисуем такие вот ручки-крылышки. Закрашиваем. Здесь тоже закрашиваем. Здесь еще добавим на шубке черного цвета. И с этой стороны добавим на шубке черного цвета. Теперь берем оранжевый мелочек и рисуем клюв. Так. Клюв у нас будет оранжевого цвета. Так, здесь я еще поправлю свою часть. Лапки тоже будут оранжевые. Так, теперь мы определим уровень снега. Проведем такую линию за пингвином. И
Пингвины живут на Северном полюсе. А на Северном полюсе есть такое явление, как северное сияние. Оно светится цветными такими цветом, светом. Можно вот так его нарисовать разными мелками, чтобы оно у нас тоже светилось. Вверху проводим такую линию и можно повернуть листик и разными цветами нарисуем линии в этом направлении. Вот эта линия вверх зеленым цветом, розовым цветом, давим на мелок желтым цветом, оранжевым, зеленым, листик вы придерживаете этой рукой. Вот. И теперь будем заливать акварель. Акварель у нас уже смочилась. Кисточка у меня белка семерка. И можно покрывать. Заходим на северное сияние. И покрываем. Не втираем, а как бы сверху работаем. Назад не возвращаемся. Работаем только по белой бумаге. На снежок не заходим. Здесь вот у нас будет снежок. Так, вот я сейчас вспомнила, что если у вас пингвин девочка, сейчас я быстренько прям дорисую бантик, то можно нарисовать бантик, чтобы она у нас такая была поинтереснее. А если у вас пингвин мальчик, то не надо рисовать. Просто вот последний момент. Помнила, что можно бантик еще нарисовать. И продолжаем дальше. Акварель на мелок не цепляется, как бы его вот так вот проявляется мелок через акварель. Получается такой интересный эффект. Вот у нас такое северное сияние получилось яркое. И акварель берем потемнее, чтобы получилась такая ночка. И еще давайте поработаем сегодня белым цветом. Но белый цвет, его не надо брать сильно с водой. Прям набрали цвет и немножко кисточку вот так вот воду туда подобрать ее. Слишком много воды не надо. И попробуем поставить вот такие пятнышки.
Это у нас, конечно, будет снежок. Этот прием делаем именно по сырой акварели, когда небо сырое. Она будет вот так вот растворяться в небе, потом подсохнет и будут такие вот интересные, мягкие такие белые пушистые пятна. Вот, почти по всему небу. Высыхать работа должна вот именно в таком горизонтальном положении. Но внизу еще добавим, давайте, следы. Пингвин же ходил, да? И потом остановился, чтобы мы его нарисовали. Ну вот. Работа готова. Теперь попробуйте вы.